был мини-отпуск, но сейчас уже ребята вернулись снова на буткемп и готовы к тренировкам. Сегодня помните нас упражнение, что мы разбираем контроль карты. Мы знаем каждый свою роль, мы знаем, как контролировать. Наша главная цель — занять зиг, квадрат перед квадратом мид и тэшку под б. Главное, когда мы начинаем контролировать карту, мы начинаем понимать, как соперник расположен на определенных зонах. По возможности люркер должен пытаться занимать банку. Видите, я выделил зеленым цветом. Если он займет банку, то в принципе он нам выиграет какой-то маленький промежуток времени, чтобы мы потом не тратили на это время. Помните самое главное, что когда мы принимаем решение после размена или имея контроль карты, мы должны отталкиваться четко от знания, которое мы имеем при контроле карты. Вот. И после того стараемся контролировать мид, потому что если мы знаем, что у нас есть контроль карты во второй стадии, то мы можем понимать, где примерно находится соперник. То есть, как правило, это будет 2b, 3a. Это все понятно и просто, но нужно отработать именно цепочку событий и наше планирование, в первую очередь, как мы выстраиваем для себя самих сценарий. То есть, когда мы заняли middle, заняли zig, то мы должны выстроить после этого правильное решение, именно после этого. А потом мы будем эти решения ваши анализировать. Окей? Да. Все, все просто. Могу выйти просто размен. У соперника, где, в каких точках сломать? Когда мы знаем, где можно сломать, договариваться с тиммейтами. Раунды, которые мы добавили, они больше рассчитаны не на будущее, а на сейчас, чтобы одна из сторон готовилась, понимала там, как сейвить гранаты, как занимать зоны. Я не вышел, все не надо. Даже не смог. Бля, там дело, я не аккуратно делаю. Аккуратно, могут упасть куда. На банку 600 покажи. Банка тебе один. Флэш все. Один вышел, давай забрал. Победить, ну это стандартное желание, но мы каждую тренировку говорим, что главная задача – это отработка заданий, которых мы даем, и тренировка как бы прошедшего материала. По всем моментам их уровень поднялся, начиная от игры и заканчивая дисциплиной в первую очередь. Будешь выражать вам, блядь? Будешь тебе выражать, блядь? Ты навик. Дал еще флеш единицу. Полголова. Еще один должен быть. Гусь Марио. Гусь Марио. А обе команды отлично себя показали. Как бы есть косяки у тех ребят и у тех, но видно, что они стараются, и мы фиксируем все эти ошибки, поэтому они развиваются довольно быстро. Результатами команды доволен, а своими нет. Если честно, чувствую какой-то спад сейчас. Мне кажется, усталость и, скорее всего, новые для меня роли, очень много информации про эти роли, и голова не успевает просто обрабатывать это все. Я буду дефить. Да, Бординал, одно хп, смогу с правым. И на ОП. Дефить. Я не пущу. У него одно хп. На тачке видел, на тачке посередине. Нет. Каждый прак сейчас какой-то тяжелый для меня в этом плане. Хочется показывать максимум, а просто ничего не получается. Не знаю, с чем это связано. Фир, он хорошо отыграл этот брак, да и вообще. В принципе, у нас отношение ко всем одинаково. Кому-то мы больше, если помогаем, это не значит, что мы его там больше любим или еще что-то. То есть, наверное, этому человеку надо больше где-то поработать. Ну, вообще, в целом, мы хорошо играли, договаривались. Есть ошибки, которые надо пофиксить, но в целом все хорошо. Хочется больше спрогрессировать за эти две недели, которые остались, потому что осталось две недели, да.
А пока наши ребята играют, я вам напоминаю про еженедельное голосование. Переходите по ссылочке в описании и голосуйте за фаворита этой недели. Чем активнее вы голосуете за наших ребят, тем больше вероятность того, что вы сможете выиграть джерси от Na'Vi, Space Monitor Samsung и другие крутые призы. Стоит здесь у нас артист. Мы контролируем Б и видим чуваков в медле. То есть с точки зрения контроля карт. Мы, в принципе, на джерси очень легко контролировать карты в целом, да? Мы с вами это проходили. Поэтому конкретно дает много пространства. Но у нас получается новое пространство, которое занял нам артист через длину, использовав брейсер. Это очень важный момент. Вот. И он дает нам пространство дополнительное для того, чтобы свои идеи реализовать. Смотрите, происходит дальше. Валя, где стоит? На улице. Тихо. У меня смок есть. Есть флешка? Есть полностью машина. Я отпустил. Я марик машину. Да. У меня флешка. В данной ситуации нам все как контры сделали правильное решение. Они пошли в длину, понимая, что скорее всего у них нет варианта. У них плохой бай, видите, то, что они рискуют здесь. Это очень важно, то, что контры пытаются не играть под диктовку терра, а пытаются навязать какую-то идею. Стягивается, чтобы у нас было время тайминга для четкой эффективной атаки, можно выкурить чувака с квадрата. Очень многие топ-команды будут играть таким образом, что игрок с квадрата будет пытаться пропушить какую-то зону. Если мы правильно контроле придем, выберем тайминг, кинем здесь просто молик на отгон, они могут, не факт, что это сделать, но они могут побояться и уйти в зоны более глубокие, и потом уже туда не вернуться. Это опять же ваше понимание, чтобы вы старались выстраивать более правильное мышление, как работать с картой в плане макро, то, что мы с вами хотели сегодня отработать. Ребята, пока у нас перерывчик, я решил вам показать наши новые крутые столы. У нас в августе просто очень много Counter-Strike, поэтому нам ребята из Lead Desk привезли достаточно крутые столы. А самое удобное то, что ты можешь поднять по свою высоту, либо отпустить, как тебе удобно. Еще есть суперудобная функция, которая нам очень нужна. Мы очень часто меняемся столами, потому что нас миксуют между собой, все такое. И ты можешь просто оставить свой пресет, ну, то есть ты поменялся обратно, пришел, нажал единичку, и опять высота твоя. То есть очень удобно. Итак, тильт. А что это такое? Само понятие обозначает состояние, когда человек начинает делать выборы не логически как-то обоснованно, да, а эмоционально. Само понятие пришло из покера, где этот термин обозначает фазу, когда человек попадает в непонятное состояние, он вместо того, чтобы продолжать свою игру, начинает делать выборы, руководствуясь чем угодно, кроме тех выборов, которые он делал. Да, то есть на дистанцию он теряет цель, теряет смысл, и уже он просто проигрывает. Да. Я сам по себе не часто тильтую, но если тильтую, то обычно либо из-за своей игры, ну даже, я бы сказал, только из-за своей игры, потому что я понимаю, от моей игры зависит результат команды. Причина возникновения в основном это неоправданные ожидания. Да, то есть человек думает о том, что он хочет получить, не получает этого. И вот этот вот момент, когда он не получает того, чего хотел, у него начинается некий разрыв состояния. Да. Когда он получает эту реакцию раз за разом, да, то есть там на протяжении там, 5, 7, 10 раз подряд, состояние накапливается и возникает такое жестко негативное состояние. Меня что-то бесило, там человек какой-то попался, допустим, с которым мне неприятно играть было, или он сделал какой-то мув, который мне не понравился. Но это только это такое эгоистическое состояние, в которое ты впадаешь и говоришь, все виноваты, кроме меня. Основные признаки, что человек находится в таком состоянии, да, если смотреть по телу, да, это опущенные плечи, да, опущенная голова, взгляд вниз, общее подавленное состояние. Вот истеричный выбор, да, то есть он импульсивный, быстрый, необоснованный, то есть речь чаще всего такая, ну вот отрывистая,
И сам человек просто, он в негативе находится, да, и всячески демонстрирует, что ему не нравится то, что происходит. Ну да, когда я находил состояние тильта, я очень ужасно играл, я отвлекался на все, меня все раздражало. Это эмоциональное состояние. Ты переключаешься, тебя все бесит, не нравится, считаешь, что тебе все там что-то должны и так далее. Склонность попадать в тильт больше зависит от того, насколько человек склонен разговаривать сам с собой. Да? То есть чем больше человек склонен разговаривать сам с собой, вести внутренний диалог, тем больше он склонен попасть в состояние тильта. Да? Это связано с тем, что он, ну, разговор чаще всего носит именно негативный характер. Да? То есть он проговаривает, что вот, опять не получилось, и опять не получилось. И эти мысли, они накручиваются, да, то есть накручиваются, и в результате человек попадает именно вот в жестко негативное состояние. Что касается опыта, здесь, ну, не зависит это от опыта. Это больше зависит, как я уже сказал, от того, насколько человек склонен разговаривать с собой. Но если есть опыт справляться с такими состояниями, понятное дело, что ему будет проще, он будет раньше себя останавливать. Он не будет доводить до состояния, когда уже все, упадок сил, он уже не может продолжать, его тошнит. Я, по сути, эмоционально исключаю человек, так что для меня тильт, ну, это привычно условно. Ну, для того, чтобы избежать этого состояния, существует несколько базовых принципов. Первый, самый важный, это физические нагрузки. Поскольку игроки очень часто и много проводят времени, очень мало двигаясь, да, то есть сидя практически неподвижно, то обратным, скажем так, состоянием должна быть физическая нагрузка, да, динамическая причем нагрузка, то есть побегать, вот у нас каждый день зарядка, либо йога, либо кроссфит, да, то есть это обязательно, иначе жесткое негативное состояние имеет склонность накапливаться. Не придавать значения, все, ну типа это бессмысленно, ты просто можешь осознать, допустим, я осознал то, что это бессмысленно, ты, наоборот, ты хуже играешь. И когда я не хожу в тильт, я в разы лучше играю и больше настреливаю, нежели чем я уйду в тильт, там, какой-то мув могу неоправданно сделать, который, соответственно, приведет к поражению. Ну, каждый по-своему же борется с ним. И поэтому, если у кого-то проблемы с этим начинаются, то мы разговариваем с тренерами, и они помогают, ну, и разобраться в этой ситуации. Андрей, наш психолог, очень хорошо с этим справляется. Для того, чтобы помочь кому-нибудь, кто находится в тильте, самое главное — его отвлечь, да, то есть переключить на что-нибудь. Желательно эмоциональную разрядку, да. То есть это может быть любая провокация, чтобы человек выговорился, ну там, прокричался или еще что-нибудь, да, то есть нужна эмоциональная разрядка, если вы хотите именно помочь человеку быстро выйти из этого состояния. Либо дать ему, опять же, команду делать физические упражнения, там, отжиматься, приседать, бегать, что-нибудь, просто чтобы вот прекратить состояние, да, пережечь его, именно пережечь эти эмоции. Иногда можно просто сказать одно слово, там, типа, хорош, красава, и то есть ему уже будет намного комфортней, чем вместо того, когда вы проигрываете, там, молчать, либо, ну... Нужно выбрать 5 точек. Например, вот мы тут делали, у нас плитки на полу лежат, они как раз такого размера, что можно делать шаги. Да? И задача, например, на первой плитке, ты думаешь о состоянии тильт, да? На второй плитке приходишь и думаешь о более позитивном состоянии, чем тильт, но при этом достаточно нейтральном. Да? На третьей плитке ты думаешь еще о каком-то состоянии, тоже нейтральном, но уже позитивном. На четвертой там плюс-минус позитивно, на пятой то, что ты хочешь получить. Да? И по факту ты сначала ставишь якоря на каждой из клеточек, да? А потом путем просто хождения, да, ты последовательно включаешь эти якоря, раз, два, три, четыре, пять, и ты из тильта переходишь в состояние там, готовности, например. Да? Там, внимание, еще что-то. Таким образом происходит переход из одного состояния в другое.